Всем привет! Продолжаем посещать выставки моего городка Санкт-Петербурга, Васильевский остров, выставочный комплекс Ирарта. Здесь проходила выставка, которая называлась «Дисциплинарные пространства». Это новый проект, который поднимает проблему свободы или же несвободы, исследует различные формы контроля над личностью. Здесь представлены более 15 известных современных художников России. Ну и главный вопрос, который ставится в контексте выставки, это не превращается ли наше общество в тотальное дисциплинарное пространство? Размышления о методах контроля над современным человеком. В описании выставки приводит знаменитого французского философа Мишеля Фуко. Ну, кто такой был Мишель Фуко? Это был французский философ, теоретик культуры и истории, который создал первую во Франции кафедру психоанализа. Преподавал, занимался работами. Кстати, был в Компартии, создал первую во Франции кафедру психоанализа. Ну так вот, Мишель Фуко в своей классической работе, посвященной техникам надзора над человеком, определил 4 основных типа дисциплинарных пространств. Это школа, больница, армия и тюрьма. Но время идет, и все совершенствуется, жизнь усложняется. И вот, например, к современным дисциплинарным пространствам сегодня можно также отнести офис, к примеру, аэропорт. Задача выставки музея Ирарта состоит в том, чтобы осмыслить зоны несвободы, показать, как мы их чувствуем и понимаем в реальной повседневной жизни, в социуме, здесь, сейчас. Так написано в анонсе к этой выставке. Экспозиции составили работы художников Валерия Луки, Юлии Сопиной, Марии Сафроновой, Витаса Стасюноса, Владимира Фатиева, Ланцева, Зинштейна, Сикорского, Штопакова и других. Собственно говоря, вот посмотрите, что получилось у Ирарты в ее дисциплинарных пространствах. Это маленькая зарисовка с выставки. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Приходите в Ирарту, интересное арт-пространство. Пока-пока.